Медведи у супругов Лещенко появились больше 20 лет назад. Впервые наша телекомпания посетила их в 2002 году. Раньше содержание животных финансировалось, но после реорганизации охотнадзора деньги перестали выделять. С 1995 года Иван и Любовь Лещенко находят средства для выживания медведей. Ежегодно в питомник люди привозили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. Как-то сотрудники управления Россельхознадзора подкармливали животных изъятой партией фруктов. Между тем, количество гималайских мишек также увеличивалось. Подбрасывали просто под забор и привозили из других районов – Шкотовского и Арсеньева. Так, однажды наша съемочная группа побывала в тот день, когда арсеньевские школьники привезли двух медвежат. Видите, как кушать хорошо, да? И вот на днях, по прошествию 5 лет, Мику и Нюню, уже взрослых медведей, забрали сотрудники департамента охотнадзора. Сейчас принимать животных семья Лещенко уже больше не будет. Кто и куда будет забирать брошенных медвежат, пока не ясно.